Но начнем с того, что эти баночки сделаны таким образом, что можно доставать ложечкой специи, можно открывать и насыпать эти специи. Вот это приправа для сочной курочки. Я вам открою баночку и покажу содержимое. Ну вот даже с расстояния чувствуется аромат карри, очень приятный такой. Я думаю, что не только для курочки, вот, которая будет готовиться в духовке, но еще и можно в супчик добавлять, в тушеную курочку. Прямо, ой, специями пахнет офигенно. Приправа для ароматного мяса. Ну вот посмотрите, вот артикул. Сейчас покажу вам состав. И открою баночку, чтобы было видно содержимое этой баночки. Видите, тоже всего-всего много. Ну, прямо уже кушать захотелось, нанюхалась приправ. Так, следующая приправа, артикул, смотрите, 16133. Приправа правильная для свежих овощей. Здесь очень много и чеснок, и кориандр, и лук, и куркума, петрушка, лавровый лист. Ну, то есть читайте состав. И показываю, конечно же, содержимое. Содержимое этой приправочки. Еще одна приправа, артикул 16132, правильная приправа для пасты и круп. Ну, все эти приправы с низким содержанием соли натрия. На 30% меньше здесь натрия. Смотрите, вот полностью состав и внутреннее содержимое. Вот такая вот приправа.